Добре, друзі, у нас ще попереду два неймовірно чудових спікера. Я на цю сцену хочу запросити Анатолія Вікторовича Хатєєва. Хто є у нас будівельник за фахом, але в той же самий момент старший лейтенант, командир інженерно-саперного взводу 20 ОМПБ, 93-я бригада Автіївка, Мар'їнка, Донецьк, квітень-червень 15-го року з темою «Звідки нові ростуть». Анатолій, вітаємо вас, будь ласка. Дивіться, Казахстані все дитинство і юність до 30 років жив в Молдавії, потім я вчився в русських, молдавських школах. Там зіб'юся, це обов'язково. Значить, підготовиться я всіх вести, тому буде така отсібятина. По сравнению с девочкой, конечно, я тут сейчас буду гораздо хуже выглядеть, потому что я на самом деле косноязычен. У меня профессия будильник и я технарь. Значит, пункт перший. Звідки ноги растут? Значит, початок шляху до ориентированных книжек. Тут по порядку ми будемо вспоминати. Початок шляху почався, оцей шлях до відірваних книжок в дитинстві, всі народом з дитинства. Я, ну, як і всі, навчався в школі, і початок состоїть в тому, що ми в своє время багато гуляли, багато займались, бігали там у дворі, спортом займались. І от це от одна із составляючих того, що я вирос сильним, здоровим, невисокого росту, ну, доволі крепким. Я вже забув, коли я болів, як, ну, як чоловік, всі обичні люди, там, температура, або кашель, таке. Вот. И здоровое детство, здоровая пища, без ГМО раньше тогда и слова такого не знали. Это один из составляющих. Значит, второй составляющий – это разносторонность. В детстве я вообще люблю музыку, и я занимался в музыкальной школе по классу баяна, ну, правда, осилил всего 3 года. Потом подрос, перешел в состояние отрочества, юности, и у меня уже несколько сменились ориентиры, и баян уже стал неинтересен. Появились там другие приоритеты, назовем так. Но тем не менее, это тоже занятия в музыкальной школе, это тоже дали какой-то толчок к развитию личности как таковой. Вот. Еще я много любил читать. Даже зрение себе испортил на этой теме. Знаете, может кто знает, вечером родители спать ложат, а ты с фонариком забираешься под одеяло, потому что книжки очень интересные. Вот. Много читал. Тоже один из таких путей развития личности. Так, ну что дальше у нас? Музыка, как я уже говорил, она потом переросла в баян, перерос в гитару, как я стал уже юношей. Поэтому я освоил гитару, она была уже более современным таким инструментом. Даже в 10 классе уже там играл в школьном ансамбле на ритме, что называется. Вот. И начал слушать музыку, если кто-то помнит нашу юность, то в юности сильно увлекаешься музыкой. И у меня были такие прекрасные учителя, как старый добрый советский рок-группы. На самом деле очень высокая планка задана вот этими группами, как мы сейчас назовем попсой, на тот час. Отбор был очень сильный, допускались в эфир только хорошие группы, с хорошей музыкой.
и хорошие исполнители, поэтому я воспитан на хорошей музыке. Потом, ну, «Машина времени», «Воскресенье» — это мои кумиры, в смысле, что такое, такие группы. Ну, там еще много роковых групп, они уже сейчас подзабыты, там такие исполнители, как Градский, Пахмутова, меня довольно важно. И перешел я от групп наших советских, с возрастом перешел на такие группы, как Beatles, Deep Purple, Smokey, Sweet, Nazareth, Led Zeppelin, Metallica. Это тоже уже можно считать классикой. Тогда говорили, о, и все это, ну, они были запрещены тогда, это все только из-под полы, там это где-то переписывали эти альбомы. Но тем не менее, даже вот стремление к музыке, да, вот тогда магнитофоны только вошли. Бобинники вот эти, ну, бобинники были, но для того, чтобы заиметь магнитофон, я после 9 класса целое лето работал на производстве, там меня батька устроил на производство, столярный цех, я вместо того, чтобы байдуки бить, я работал, заработал себе на магнитофон. Вот, так вот, вот одна из составляющих, да. Ну, дальше что? Дальше студенчество. Практически то же самое. Музыка, учеба, немножко играл один годик в студенческом КВН, принимал участие в нашем политехе. То есть вот, вот это вот все шаги, которые формируют личность. Я бы не знал, если бы я где-то... А, еще родители. Воспитание батьковское. Меня приучили не лениться, работать. Я ходил на секции и борьбы, и волейбол, и баскетбол, летом футбол, зимой хоккей. Не было времени, чтобы вот байдуки бить. Вот тоже одна из составляющих, которая в конечном итоге привела меня к этому результату значительному. Вот. Потом пойдем по порядку. В общем, сформировалась такая личность, которая довольно скептически начала относиться к Советскому Союзу, потому что я начал слушать рок-музыку. После рок-музыки я начал слушать рок, тогда было вот в Молдавии. Было невозможно, только надо было на хорошем радиоприемнике, а батьки купили ВЭФ, такой самый мощный ВЭФ-100, там, в тот час. И надо было вылазить на крышу ловилась у нас BBC, вот там можно было послушать рок, и соответственно можно было послушать политику, и политику, и тут еще песни «Воскресенье», допустим, «Машины времени», которые наливали некоторые раздумья на... Наш строй, ну, не очень соответствует тому, что одни лозунги для улиц, другие разговоры на кухне. Вот этот диссонанс у меня как раз сработал уже в студенческие годы, что я и читал вот, диссидентов, читал там всяких, в общем, стал где-то антисоветчиком в глубине души, что называется. Потом, когда уже пришла, получается, уже когда пришла незалежность у нас. Я тогда жил в Молдавии и в Тирасполе. Это, сейчас это Приднестровская Молдавская Республика. Это такая типа псевдореспублика, типа ДНР, ЛНР, там ПНР называется. Вот. Я уже женился, работал после института, и меня призывали в армию. Там я видел вот этот ДНР, я видел еще 20 лет назад, снутри, вот с Тирасполя, как бы сейчас нынешний Донецк, да, там все было попроще, там сразу объявили военное положение,
забирали в армию, они не цацкались, как тут это сопли живут, не пойму, что вроде война, а я до сих пор возмущен, почему хотя бы не ввести военное положение вот в тех районах, которые на линии разграничения, назовем. В общем, так что я видел тот терроризм и вот эти все истоки вот это вот оттуда. И меня там призывали в армию. Я не хотел идти за ПМР воевать. И я начал ухиляться от повесток, потом начали на работе за мной охотиться, я с работы ушел, не стал бегаться, потом в дом начали ловить. Короче, я семью отправил, а потом сам переехал в Днепродзержинск, потому что на этом жили батьки. Вот я просто тупо втик от той войны, от того, чтобы меня загробастали вот эти вот террористы, назовем так. Ну, тем не менее, мать догнала таки меня война. Мы с Женькой часто шутим по этому поводу. Ну, раньше шутили, сейчас уже привыкли. Убежали от одной войны, прибежали к другой. 20 лет прошло, и все равно попался. Вот. Ну, и здесь я уже с часом тоже и читать любил, и семью тянул. Богато работал, потому что времена были тяжелые, 90-е годы, веселые, не зарплаты, в общем, то скучно не было, крутился там как мог. И вот это тоже такая, вот этот излом эпох, когда ломаются государства, да, это как тектонический сдвиг в платформу. Когда вот разделяются, страна ломается и разделяются на отдельные республики. Вот это по трещинам происходят вулканы, встряски, выбросы, негативные энергии, что приводит вот к таким последствиям. В общем, я начал потихоньку. Я все время еще старался следить за политикой, за партии, за лозунгами, кто все часто я поддерживал там народный рух. Потом пришел вот тут наш оранжевый Майдан. Я тогда жил в Днепродзержинске, но выходил там у себя в Днепродзержинске, у нас он был довольно-таки слабенький, в Днепропетровск ездил, много работал, мне не было особенно когда там, но я деньги давал в штаб туда на оранжевой революции у нас в Днепропетровске. Продукты привозил, бы я в тот час занимался торговлей, короче. В строительстве не было работы, да я торговлей занимался, назовем так. Организовал там несколько точек частного производства на Вылочке. В общем, вот тоже один из истоков того, что был довольно неравнодушным к устройству нашему политической нашей системы. И ну, как мог принимал участие в том, чтобы изменить ее, чтобы изменить жизнь на краше. Потому что я видел, что то, что вот это вот строилось, когда Кучма, Янукович, Ющенко, вот это вот весь обман, до хорошего не доведет, как мог, старался участвовать уже в той части. Потом жизнь, да, переехали мы сюда в 2007 году. Работал тоже много, ну и следил за политической жизнью. Был прихильником ВО «Свобода». И потом пришел Майдан, я тримовал Майдан, но, на жаль, в сотню самообороны я не записывался, потому что мы купили здесь квартиру в ипотеку. И так как я тянул на своем горбу эту ипотеку, это, честно говоря, это такая удавка. Это ты стоишь на табуретке на цыпочке, да, у тебя петля на шее,
И вот эта квартира в ипотеке, шаг влево, шаг вправо, там нету, сразу повешение называется. Я поэтому помогал Майдану как мог, в свободное от работы время, там, ходил на Майдан. Деньги, которые лишними оставались на Майдан, продукты носил, ну, чем мог, помогал. Ну, на сотни самообороны не записался, потому что работу не мог бросить. Каждый месяц надо было, хочешь не хочешь, заплатить вот эту банку плату. Когда мы победили, да, назовем это так, мы таки победили, и пришел вот этот март 2014 года, и как увидел, что по телевизору это показали, ну, тогда же каждый день, я все время следил, у меня пиджинка запали. Чего ты все время на новостных каналах сидишь? Ну хоть раз бы посмотрел там какие-то сериалы, но у нас вот это ругается телевизор. Он хочет сериалы, я хочу новостные каналы. В общем, как увидел, там сразу же на следующий день побежал в проворской военкомат записаться в добровольцы. Ну, записали меня, там данные взяли, записали, сказали, ждите, когда понадобитесь, вызовем. Считай, я так, в марте месяца 2014 года, ну я ждал. До марта месяца 15-го. Так меня и вызвали. Я там помогал, чем мог. Надо зеленую палатку нашу волонтерскую подносил, там все, что нужно, там все, где-то брезент, ну, значит, продукты, шумок туда относил. Потом в марте 15-го года я поехал в Днепродзержинск, бо я там был прописан. Жили мы тут, квартиру купили и жили в купленной квартире. Прописка у меня была там, потому что у меня там ведомственная малосемейка осталась. И я не хотел выписываться, пропала была ведомственная. В общем, поехал в Днепродзержинск проведать батьки и пошел в военкомат. В военкомате попросил, чтобы они мне объяснили ситуацию, что я живу в Говорах по факту, а состою на учете в Днепродзержинском военкомате. Ну, они сказали мне, что я уже подняли, прошло какой-то час, там, 15-20, женщина сказала, что я просмотрела на мое дело, сказала, что я списанный уже все полностью, даже не в запас, а вообще списанный из армии, потому что у меня офицеры запаса до 50 лет только стоят на учете, я снят с учета. Я попросил меня восстановить на учете. А, я говорю, так отдайте мне документы. Нет, мы не можем отдать документы, пока, потому что, ну как, с архива не можем. Вас надо восстановить на учете, и тогда мы можем отдать документы. Я говорю, восстанавливайте, надо писать заявление. Я написал заявление, что прошу восстановить меня на учете. Написал. Потом, только написал заявление, эта женщина с третьего отдела говорит, а зачем вам Броварской военкомат? Вы уже здесь, в этом военкомате. Зачем нам туда становиться на учет, вы уже тут стали. Вы вообще зачем на учет вставали? Я говорю, да я хотел пойти это, родину защищать потом. Она говорит, так зачем куда-то идти? Все, вы уже тут, вы уже пришли. А по специальности, у меня еще специальность сапер, да, ты что там это с руками отрывают. В общем, долго меня, минут 5, наверное, упрашивала. Ну и я так как-то. Быстро сдался, короче, я написал заявление, прошу там, ну, в добровольном порядке, потому что они не имеют права меня призвать как такового. Я написал новое заявление, что прошу призвать меня там, в ВСУ, согласен ехать в АТО, сразу в АТО. Ну и все, написал заявление, меня тут же там же комиссия заседала, тут же прошел комиссию, в общем, дело все было быстро, да, за пару часов я и уже был готов к бою. Ну, вот так вот я попал. А, они же меня сразу записали, тут же я прошел комиссию там с вылычками, такими отклонениями, у меня зрение минус, на той час было минус 6 и минус 6,5.
Я когда проходил в Глазниках, как его, окулист, ну короче, да, окулиста проходил, у вас мне табличку показывает, да, я не бачу ничего. Она берет меня, идет к председателю комиссии, говорит, я не могу его пропустить, у него зрение минус 6,5. Он... Все? Да? Короче, да, вот таким вот образом я так быстро без... Ну и самое интересное, вот это... Пришли к председателю комиссии, она говорит, я не могу его пропустить, отправить в армию. Она говорит, что вы паритесь? Он добровольцем пришел, он не будет на вас карму писать или там куда-то на завтра вас, он сам пришел, пишите же, ходите вперед. И так вот я и пошел вперед. Анатолій, дякую дуже. Дякую і низький вам уклін за вашу службу, за те, що фактично виконали свій обов'язок перед державою, перед всіма нами. Ми вам зичимо здоров'я, щастя і дякуємо вам за те, що зробили це для сили.